курю, отдыхаю. А вы откуда сами? Еду с Новокубанска. С фотоаппаратом? Да. Что, включить фотоаппарат? Не, серьезно. Могу как, включить. Дмитрий. Дим. Дим, ну серьезно, можете спросить, что ты у меня здесь остановился, а там стоял? Ну я же говорю, отдохнуть, покурить, заодно за вами посмотреть. А за нами зачем? Ну, проконтролировать, как вот это насчет грузовой техники, как она ездит, не ездит. Все ли с ней в порядке? Нет, перегруз а есть. А что мы тебя вызываем? Когда? Да я тут частенько за вами смотрю, мне интересно. Я вообще люблю этот пост. Мы тебя чем-то обидели, этот пост? Раньше чем-то обидел тебя, что-то плохое сделал. Почему? Причем с обидели, не обидели. Просто веду контроль за вами, за вашей деятельностью. Ну, я так понимаю. Ну, возможно, да. Ну, я последний раз тут летом был. А? Я последний раз летом тут был. И давно здесь, да, вот это стоит? Нет. Туда подъехал сначала, да? Ну, вот 5 минут назад припарковался. А это ваши помидорчики? А? Помидорчики ваши? Угости. Хорошо вас угостят, целый ящик. Помидорки там 100 рублей килограмм. Ну ясно. Угостили только гостили. Что же вы берете на службы помидорчики-то? Кто берет? Я не говорю, что я беру. А, это водители ящик выложили и... Я не знаю, кто берет. Ты видел, что я взял? Нет. Ну, а что ты говоришь? Ну, я ж интересуюсь. Сейчас покажу вот они, ящики помидорчиков. Наверное, вам плохо будет видно. Это на посту оставляют водители и едут дальше.